сказал, приступил к действиям. О благоустройстве набережной глава Бурятии заговорил не так давно, в середине декабря. И вот выездное совещание. Вместе с представителями министерства и администрации города Алексей Цыденов прошелся от Адыгидриевского собора вдоль стадиона до территории автовокзала. Мы сегодня прошлись по дамбе для того, чтобы определить, какие возможности здесь есть по развитию, по реконструкции, по строительству именно уже такой красивой пешеходной культурно-рекреационной зоне, чтобы здесь можно было гулять, где можно поставить небольшие ресторанчики, где зоны отдыха, там, скамейки, какие-то скверики небольшие. А чтобы внешний вид набережной оставлял максимально приятное впечатление, глава республики поручил расчистить наносные острова, которые, по его мнению, постоянно собирают мусор. Обновлять одну из центральных территорий планируют в ближайшие несколько лет. По возможности будут привлекать деньги также и из федерального бюджета. Это место притяжения, это городское пространство, которое дает возможность людям ощущать себя полноценными гражданами. И те места, которые мы сейчас прошли и посмотрели, они, конечно, лягут в основу того эскизного проекта, который позволит нам посмотреть, как все это будет выглядеть. Стартовал конкурс на лучший эскизный проект по благоустройству набережной сегодня, 15 января. Принять участие в нем может каждый желающий. В ходе отбора экспертная комиссия определит 3 лучших проекта. А вот решать, кто из них выйдет победителем, будут сами горожане. К слову, некоторые изменения на набережной улан-удэнцы оценят уже этим летом. Юлия Пермякова, Ксения Шабаева, Жаргал Сериндашиев. Новости дня.